О жестоких ударах судьбы 6-летний Рома знает не понаслышке. Когда мальчику было всего 4 года, от него отказались усыновители. Неудивительно, что в приюте Рома рос замкнутым и напуганным. Но появились люди, которым удалось найти путь к сердцу ребенка, подарить ему родительскую любовь и заботу. Гуляем, играем с мамой, с Вадимом, с папой. Семья это. Семья. Мы за тебе дуже раді, і ми даримо від нашого колектива тобі подарунок настольну гру. Іграй з нею з задоволенням і згадуй про нас. До побачення! До побачення! Видеопривет из Пологовского детского приюта Рома Грабчилев с братом Вадимом пересматривали несколько раз. Спустя пару минут обещанный подарок нашел адресата. Знаешь, для кого оно? Для кого? Рома, планшет, давай. Планшет. Я хочу открыть. Спасибо, можно? Рома, конечно, можно. Спасибо. Скажи. Спасибо. Забыв обо всем, мальчик принялся распаковывать коробку. Уже за кадром он признался, что людей на видео не узнал. Ну а Роме Грабчилеве в Пологах и сегодня не забывают. 2014 рік, як зараз пам'ятаю, в лютому місяці із Бердянська поступив хлопчик Грабчилів Роман. І мене саме головне, знаєте, поразило те, що саме ця дитина, цю дитину до нас привезли усиновлювачі. Дитина була усиновлена в родині, але з деяких, мабуть, причин дитину розусиновили і привезли до нас. Цю дитинку тримав на руках батько. І коли покидали, залишали цю дитину у нас, то дитина дуже плакала, Роман дуже плакав. Причина такого поступка усыновителей неизвестна. Ребенок как никогда нуждался в помощи и внимании. Именно поэтому в Пологовском центре социально-психологической реабилитации педагоги работали с Ромой индивидуально. У него были розлади психики. У нього була несконцентрована увага. Дуже важко було з ним працювати на заняттях, тому що він більше 5 хвилин не видержував присутності на занятті. І тому, в общем, дитина потребувала допомоги так і в денний час, так і в нічний час. Но настоящие изменения в жизни Ромы произошли осенью 2014-го, когда в двери приюта постучались супруги Машко. Тогда мальчик понял, у него будет семья. Оксана признается, решение взять ребенка под опеку вынашивала долго. Стала сталкиваться с темами о детях-сиротах и зацепила, так скажем, что-то в сердце ёкнуло. Очень стала эта тема, так скажем, близка и постепенно вот стала читать и литературу. Как-то вдохновляться, все, когда созрело уже решение, тогда уже поделилась с мужем этой мыслью, конечно, это тоже было, так скажем, очень для него неожиданно, но он понял, что у меня это серьезное, так скажем, намерение, и далее уже взять ребенка, это стало обоюдным решением нашим. Собрав все необходимые документы, они сразу обратились в службу по защите детей. Анкета Ромы Грабчилева была одной из первых, которую показали будущим опекунам. Те, увидев мальчика, поехали в приют. С первой хвилины эти люди сказали, это наша дитина, мы забираем. И когда мы пояснили, что дитина потребує щоденної уваги, и были усиновлювачі, и усиновлювачі скасували своє усиновлення, привезли сюди нам, це людей нічого не зупинило, и їм не стало страшно. На фотографии он как-то казался более даже мне большим, таким каким-то взрослым, он такой маленький, такой суетливый, за руку его привели, он сразу начал рваться быстрее на руки и смотреть, и подарки, и все, то есть такой очень-очень активный ребенок. С самой первой встречи мальчик не только рвался на руки, но и без раздумий называл Александра и Оксану не иначе, как папа и мама. Кожної суботи питав, коли приїде моя мама, коли приїде мама.
цій жінці треба поставити пам'ятник, так як вона приділила велику увагу. Вона склала в нього, маючи свою дитину рідну, вона приділяла йому скільки уваги. Встречи по выходным продолжались на протяжении 4 месяцев, после чего Рому забрали из центра. Взяв мальчика под опеку, супруги Машко проделали огромную работу. У него свой багаж, несмотря на его маленький возраст, у него масса разных впечатлений об этой жизни. Поэтому я делаю все, что от меня зависит, чтобы дать ребенку пример отца, достойного, так сказать, чтобы он имел модель семьи в целом. И родителям это, несомненно, удалось. Хотя перед камерой мальчик очень смущается, нам он рассказал, что считает главным богатством в жизни. Семья это. А? Семья. Семья для Ромы сегодня – это родители и старший брат Вадим. Разница в возрасте ребят всего несколько месяцев. Как и каждый ребенок, Вадим сначала ревновал, но теперь мальчики отлично ладят. Да, когда мы стали встречаться с ним, мне уже стало лучше с ним гулять, и я хотела его забрать домой, и вот получилось, что мы домой забрали его. Но я только помогаю его учить. Вообще воспитывают его мама и папа. Единственное, о чем мечтает сегодня Рома Грабчилев, это собака. О любви к четвероногим друзьям он может говорить бесконечно. И пока собаку не завели, он с удовольствием ее рисует. А это собака моя. Это собака. Которую он мечтает увидеть. Глаза. Покажи, где ты глаза собаки нарисовал. Вот. За 2,5 года жизни в семье мальчик сильно изменился. Ведь родители уделяют внимание не только его физическому, но и психологическому развитию. Он разговаривать научился, он за собой ухаживает, полностью себя обслуживает. Он очень хорошо ориентируется уже вот в окружающей среде, так скажем, да, в окружающих его людях. Он очень добрый, жизнерадостный, позитивный. Он идет легко на контакт с детьми, вот, сразу привлекает своим энергией такой веселой. Неудивительно, что родители называют Рому маленьким ураганом, который буквально перевернул их жизнь. Тут я без слез говорю, простите. Самые колоссальные просто изменения произошли именно с родителями, потому что когда принимаешь ребенка, тебе кажется, ты его берешь и делаешь таким, как тебе хочется. А он же индивидуальность, и у него свои какие-то потребности, свои какие-то желания, свои особенности, и приходится над собой так работать, так себя менять в лучшую сторону, естественно, для того, чтобы у вас получились отношения, у нас получились отношения, для того, чтобы это стало, все это стало похоже на семью. Мария Маракелян, Юрий Васильченко, ТВ5.